О, Борка, а ты что так быстро пришел? Не понял. Как вам ватерлиния? Норм? Смотрите, какой красивый Баку, а? На закате-то. Блин, нужно было клипы включить сейчас. Музыки-то нет, можно и включать. Так, остановитесь, сделаю. То-то-то-то-то-то-то. Здесь сейчас остановимся. Сейчас я оф на стрим, наверное, небольшую паузу. Пауза стрим. I need Sorry. Включили? Ой-ой-ой, в Юонус. Юонус gifts up Max. На Каваин. Ух ты, пуш ты пу. Короче, я решила, смотрите. Помните, я вам сегодня про финики-то рассказывала? Шимон будет в одном месте, где, в принципе, недалеко от базарчика, где продают всякие финики. А я подумала, ну мне же не только финики нужны, мне же нужны орешки. И я подумала, я сейчас поеду с вами за орешками. Мы договорились с ним в 6 часов встретиться возле одного места. Вот. А пока я схожу, съезжу за орешками с вами. За орешками. В общем, мы едем за орешками. Вы тут, да, вы тут. Напишите плюсики в чат, чтобы я видела, что вы тут. У меня теперь чат-то видно, видели? А-а-а, не то, что у вас. Вообще, мне желательно, знаете, куда зайти? В Азерцель, чтобы они мне сим-карту поменяли, чтобы у меня в телефоне во втором она видна была, видна была. No pineapple stream. Today we go buy nuts. Nuts. Так, все, нам налево. Налево. Налево, сказал. Налево. Ну, не пишу плюсы в чат, почему? А что вы такие-то, жадные? Я не понял. Что вам стоит дом построить? Нужно только вспомнить, я опять забыла, где эта улица. Я помню, где-то вот так вот мы мимо торгового центра едем, и туда налево уходит, да? Налево. Сектор Клэр. So, Джикс, how are you? How are you? Где? Показалось. Well, Ritual, hello, Катя, привет. Ля, по кайфу атмосфер. Да. Рукутум. Так, зеленый.
А мы, в принципе, вот сюда можем поехать тоже. За Мачиной вот это вот поедем. В принципе, что нам вот здесь не сидится? Why not? Мы не можем здесь поехать. Мы тоже можем тут топочки поехать. А ну, Биби, тут Мачина едет, стример. О, придурок едет. О, хорошо, да? Прям нормально так, четенько. С топешечкой мы сейчас резко превратимся из машины в пешехода и пройдем просто вот так. Топ-топ-топ, как бы, и чики-чики. Что это за херня, блин? Охренеть, видели? Он едет прям вообще. Вон, еще я чуть мотоциклиста не сбил. Ну, охренеть. Вот это, конечно, вообще налость. Вот так и езди с ним. Да, я завтра на Мачине так-то буду тут ездить. Страшко, страшно вообще. Мотоциклист чуть не сбил, меня чуть не сбил. Прям на пешеходном перепиходе. Я вообще не виновата была ни в чем. Я шла пешком. Ой, какие большие машины. Как между вами ехать-то? Непонятно. Не открывайте, пожалуйста, двери. Пожалуйста, машины, не открывайте двери. Не открывайте двери. Двери нельзя открывать. Нельзя открывать. Нельзя. Здесь, если что, двери не открывайте. Не открывайте, потому что я еду. Если вы откроете дверь кто-нибудь, то я ударюсь, врежусь и упаду, понимаете? Не открывайте. Спасибо, что не открыли двери. Спасибо огромное. Вы просто unreal, молодчинки. И здесь сейчас опять тоже прошу не открывать двери. Не выезжать с парковочных местов. Местов. Ха, дебил. Кто дебил? Я? Сам такой. Кто сам-то? Самый. Вас много вообще-то. А кто обзывался? Дядь, ну. Ну что на дороге-то ходишь, а? Кошмар какой-то, я просто не могу вообще с таким водителем. С водителем невозможно вот так просто. Посмотрите на это, правила не соблюдают, ездят как хотят вообще. Кто права вообще выдал? Понапокупали вот это вот называется. Понапокупали права. Да не то, что еще один купил права. Да что там опять? Все нормально, нет у меня обезьянки. Отрегенилась уже, пока вы написали. Видели, как меня Мачина чуть не сбила? Видели, чем видели? Вот так вот сбивает. We're going to go buy food for... Вот есть я бульетка. We go buy food, because I'm bulletka hungry. All day hungry, and I need food. Суперфуд, да. I need суперфуд. Блядка excited about food. I need. Give me buy food. Give me a lot of food. Give me a lot of data and nuts. О, тут пробенечки. Хорошо, у меня скутер. А? Это что вообще такое? Это даже не пробка, это какая-то... Это вообще парковка? Что это происходит вообще? Я не понимаю, где машины стоят, а где едут? Что это вообще? Что это такое? А это что за форт на меня едет? Правила соблюдаю вообще. Тут одностороннее движение, и я должна ехать вообще-то. Кошмар какой-то, невыносимо с ними ездить. Просто понапокупали как бы вот... Ну, кут... И этот понапокупал ноги себе, отрастили, ноги ходят, тут вообще непонятно где. Стример едет, они ходят, прям под ноги кидаются, посмотри. Камикадзе. Капец. Жить вообще невозможно с такими. Как жить с такими? Невыносимо как бы, да? Как бы хочешь жить, а не получается, да? Вот и я про то же. Так, где-то там налево. Налево надо посмотреть. Налево надо свалить там. Ой, не помню, где лево. Вот опять, вот смотрите, ну кто их учил вот по встречке ехать, а? Ну как я могу ехать, чтобы как бы, ну, не задеть машину по встречке? Ой, придется перейти, сейчас я перейду, у меня просто бордюр мешает. Вот это, увидь меня и сдвигайся. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, что вы видите, что я дебил. Ну, видите, вот как тут ехать? Смотрите, вот это вот. Вот это вот, оп. Вот это вот. Как вот нормальному стример должен ехать вообще?
вот этой вот нестабильной дорожке. Так, где-то уже налево, да? Не тут, чуть дальше налево. Ой, красный. Девушка в красном, дай нам лишь. Мне нужно, короче, купить эти, знаете что? Семечки. Это во-первых. Во-первых, семечки тыквенные крупные. Потом мне нужно купить кешью, немного кешью, потому что я пожру. Если много буду жрать, у меня, короче, будет этот жопа жирная. Поэтому, блин, ну я не могу ехать по вот этим дорожкам. Здесь не приспособлено. Я чуть-чуть проеду, и мне уже сворачиваю. Я бы, конечно, хотела ехать безопасно, но там еще не безопаснее. Там нахрен я ударюсь, и все, и меня не будет вообще, как стримера. Кану в лету, вот так, как говорится. По-моему, следующий, да, поворот у нас? Вот это финиковая хрень. Следующий? Или вот это? Не, по-моему, следующий. Короче, я иду, семечки, потом мне нужно кешью купить. И еще что-то хотела я. А, и вот эти вот грецкий орех, только не колотый. О, вот она, кажется, нет? Так где же эта улица? Татьяна. Мне кажется, вот это просто нужно дальше туда проехать. Какой повтор? Алло, слепой. Ты что, ослеп? Аля. Слепой дважды ослеп. Посмотрите. Совсем уже. Я просто, понимаете, 25 манат сегодня получила зарплату. Зарплату получила, мне нужно потратить срочно куда-то. У меня вообще-то полшестого. Половина шестого. Завтра на матчине. Сегодня в 7 часов. В 7 часов мне ее дадут. Я уже сдала. Он сказал, подвезет челик. Подвезет челик, говорит, вопросы сразу, а Тофе ему задавай. Вот он все расскажет, все покажет. Вот, так что сегодня... О, вот она, да, я нашла. Пойдемте сразу по той стороне, да? Простите, простите, стример придурок, он только так умеет ездить. Тут вот дедушка, может быть, у него купим. Так, что у нас тут есть? Мне нужны большие семечки. Мне кажется, мы тогда-то у него тоже брали, да? Где семечки? А семечки тыквенные? А крупные, большие? Большие, соленые. Не, не соленый. Не, такой. Угу. Только такой. Все, нету. Мне нужны большие. Мне вот эти маленькие вообще не брякли нигде. Понимаете, я хочу большие. 25 манат тратить надо просто срочно. Но хоть мне вообще семечки нужны. Спасибо. Дяденька прям молодец. Сразу видно, что знает, какие стримеры, как они ездят. Так. Ой, как же вот неудобно это. Сейчас хорошо, но у меня нет на стриме, сказал бы, что опять скутер ломаешь мне. Так. Значит так. Заводим сюда, и здесь семечки, смотри.
Где мои семечки? Вас тут лагает, нет? Это что, семечки у всех позаканчивались? Блин, реально, вон нету семечек, только мелкие. Иди мне теперь крупную искать, я хочу крупную. Ребята, где мне крупные семечки искать? Второй магазин не бачу. У меня что-то такое, знаете, чувство закрадывается, что я их не найду. Ну, это, конечно, нехорошо, но... А что теперь? Может быть, остатки где-то у кого-то есть? Надо было соленым. Не хочу соленым. Сам. Вы тоже такой крупный. Ой, маленький. А большие есть? Большие? Большие нет. Ну так. Все, нет большие. Все. Саша, все. Я не выпила эту таблетку, блин. От губы. А, вот они. Нашла. Божечки-то мои. Все. Аллилуйя. Ешь ее, да, и вот эти семечки. Я вот за ними пришла. Что еще? А, вот эти крупные возьмем. Да. Это обязательно. Здравствуйте, семечек. Бу не чья, да? Бу 17 мо. Паруску. Паруску не знаю. Такой смотрит. Армада, ай. 300 грамм. Bak 17. Hı hı. Oradan, oradan. Переводите, что вы стоите. Халвы? Не, я не хочу халвы. 17. Понятно? Да, тыквенные. Просто есть маленькие, а есть крупные. Вот видите, два вида как раз, что вы видели. Вот у меня дома такие есть, вот такие мне нравятся. Понимаете? Больше. 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 Я скажу, когда хватит. А с кем чуть-чуть пора, чуть-чуть. Окей. Окей. 300 грамм, 100 грамм. Так, теперь эти кеши, да? Кеши. Вас тут не надо? Кеши. Кеши. Оп, это давай. Возьми. Так, возьми. Бил-бил-мамай. Сок так. Проблем лэнгли. А, проблем чайки. Ела. Я, баном чай. А. Угу. Окей. Окей. И крупные орешки вот эти.
How much cash? Cash? I don't know. Еще. На один зуб думаешь? Угу. Канша, сколько? Канша? Макадамия, не знаю. Не знаю, где макадамия. Все. Все. Можно картой? Йо, карт нет. Нет? Кеши прайс, сейчас скажу. Сейчас спрошу, сколько у меня кеши. 35 манат. Манат. It's guys, help me. 35 манат. Он там за 30 есть манат. Маленькие вон те. А есть за 35. Кто тебе покрупнее? Не знаю. Вот это. Угу. Окей. Чё, Сава? Спасибо. Ту-дум! Закупились. Так, чтобы пакет у нас не порвался, пока мы идем, мы сейчас частично в сумочку сложим. Частично. Самую тяжелую, наверное, какую-нибудь сюда положим. Частично. Частично вот эти штучки мы поставим сюда. Частично кешью положим, частично. Таденька такой добрый, видно, вообще такой улыбашка. Добренький такой. Няшка, кучеряшка. Так, а куда телефон? А где мой чат? О, вот она. Пакет из ковра. Привет, остальной чат. Привет, кстати. Так, теперь мне нужно ехать. Вот уже, ну, в принципе, у меня еще время есть, мы на 6 договорились. Ну, можем прокатиться, поискать, он мне геолокацию скинул. Вот, поедем сейчас, скорее всего, обвесил, раз так улыбается. Он то такое делает со мной, я верю. Блин, я потратила больше, чем заработала, ребят. Я не знаю, как мне жить дальше. Не знаю, как жить. Я потратила как бы 32, а заработала 25. Как дальше жить, ну? Вот как дальше жить? Я как бы хотела бы жить дальше, но не получается. Ой. Блядь. Ой, сука, как крыса, помните-то? Ой, а что тут одностороннее? Ненавижу таких. Дядя меня напугал. Мэтт, hello. Пердит мой скутер. Давай, детка, давай. 16-17, давай. А, это сейчас здесь будет большая улица, и я не смогу нормально на ней поехать, да? А крыса, я имею в виду, как помните, мы на скутере ехали, крыса выбежала, меня также напугала. Так, сектор Клэр, право, лево, чисто. Я думаю, можно здесь повернуть. Да он не пешеход, он вообще пошел не по нужному месту.
Он не прав был, короче. Ребят, он был не прав. Я сразу говорю, он был не прав. Если бы он был прав, то я бы была не права. А так я всегда права, значит, он не прав. Так, сектор плеер, право-лево, право-лево. Чисто. Чисто, труба, чисто. Тут-тут-тут-тут-тут. Покатулечки, макатулечки, какатулечки, тракатулечки, пуськи-пулечки, малипулечки. Ой, сколько тут шмота. Блин, глаза до сих пор чешутся, вот не знаю, что делать. Ой, киска. Ой, торты. Кейк-хаус, киса. Привет! У меня, конечно, ничего поесть нет, но ты такая беленькая. Привет, кисок. Привет. В пакете ничего нет, там кешью, ты не будешь есть кешью. Такс. Мне нужно найти адрес, куда я буду ехать. Что такое бойкут буду? Так, где у меня Google карты? По-моему, вот тут, да? Маршрут. Так, значит, мне сейчас нужно ехать. Хер пойми, куда мне нужно ехать. 950 метров. То ли прямо, то ли налево мне ехать. Я вот что-то даже не поняла. Сейчас разберемся. А, мы теперь едем за этими, за финиками. Помните, дяденька? Мне финики 2 килограмма привез. Вот у меня я решила сегодня сделать день закупок. Эй, машину, я тут еду. Вот. И мы с ним на 18.00 договорились встретиться, чтобы передачку сделать. Передачку. Вот. Ой-ой-ой, а как здесь ехать-то мне? Пушты-пушты-пу. Подождите-ка, а куда мне теперь? Прямо. И вот как бы можно налево. Ну, прямо, в принципе, можно. У меня сейчас будет 2 килограмма щепотки. Как я их довезу, я не знаю. И вот, и на 7 мне потом бегом нужно домой машину смотреть, которую мне дадут. Hyundai Elantra какая-то. Вы прикиньте, я сейчас вот покатаюсь на машине, и мне так понравится, что я захочу машину купить. Ну вот оно мне надо. Вот зачем я вот это все решила делать, да? Вот тоже так думаете. Вот оно мне надо. Вот зачем вот это? Надеюсь, не захочу. Я надеюсь, я очень не захочу Hyundai Elantra после того, как на ней покатаюсь. А, кстати, я сегодня списалась, не сегодня, на днях, с чуваком, которому я дала машину же, да, с собаками, с котами. И он сказал, что он починил ее, представляете? Ой, блин, полиция, надеюсь, она меня не убьет. Он починил машину, только обещал фотки выслать, так и не выслал. Вот, скотина, скотыняка. Так, где-то тут уже скоро налево надо. Налево. Я очень люблю поворачивать налево, но мне придется. Ну что ты так вот долго Uber будешь думать? Сейчас я проверю, через сколько мне налево. В принципе, можно уже тут парнуть, говорит мне, говорит. Чисто, говорит, можно парнуть. Ну там нельзя ехать. Давайте еще чуть-чуть проедем вперед. Как бы можно еще.
И вот здесь налево надо повернуть. Только машина не сбивайте меня. Никто не собьет? Спасибо. Блин, а там опять односторонние. Да вы достали со своими односторонними. Не дают стримеру нормально ездить. Ну ладно. Что теперь делать? Что теперь делать? Что? А что я могу еще сделать? Ну? Что я могу еще сделать? Только по встречке. А что? Они сами, вот, знаете ли, обрубают все концы. Мне лично. Лично мне. Все концы обрубают. Вот я пытаюсь ехать по правилам, они все концы обрубают вечно. Вот. Не дают мне ездить по правилам. Но придется мне вот это вот немножко иногда нарушать. Машина, едь давай быстрее. Вот скутер быстрее тебя едет. Ну, сколько можно ждать? Спасибо. Выслушай. Так, вот здесь можно повернуть, чем нельзя? А, хрен. Хотя тут скутеры, может быть... Да нет, тут повернуть нельзя. Давайте дальше. Давайте. Ну что, покатаемся, время есть еще. Ого, такая зацепит, ты охренеешь. Так, ну здесь, в принципе, можно повернуть. Я здесь сейчас становлюсь пешеходом. Смотрите, как вот волшебным образом Олеся превращается в пешехода. Раз, и все. Видали? Модная такая, пузо развесила, холодина на улице, она как бы детей морозит, да? Ну, такая молодежь сейчас, не то что мы, прошлый век, 90-е годы, вообще без куртки ходили. Кто это сказал, смеялся сейчас? Громко так засмеялся. Это кто был сейчас? Я сейчас бан выдам за такое вот. От оскорбления вообще женщины, которая прошла с пузом. Нельзя так говорить. Фу. Дядь, ну что вот это вот такое? Хочешь, чтобы я тебя сбила насмерть? Ну, как вообще так можно жить? И собаку. Мне жалко собаку вот так под стримера под дорогу кидать. Ой, ну и люди пошли, конечно. Я не могу. Ой, сложно, конечно, сложно с ними. Но приходится как-то выживать. Я не знаю, вот с людьми вот этими вообще невозможно. Вот я бы лучше с собаками жила. С собаками как-то проще. Они вот нормальные, да? Так, мне вот сюда, правильно? Правильно. Назад возвращаемся и налево. Бабушка, в смысле? Кто? Напридумали правил неправильных, не дают Олесе на самокатах, где они хотят, да? Бан, в смысле стримеру? У нас что, стример тут есть? Бан, конечно. Нет второго стримера, не надо. Люди смотрят, говорят, с кем она разговаривает? Дебил. Ржут еще надо мной. Ну, правильно, всем надо смеяться, нормально. Над стримером всем хорошо смеяться. Вот быть стримером, вот знаете ли, вот это вот сложно вещь. Вот попробовали хотя бы, знаете, недельку постримить. Да вы бы крызанулись. Особенно с такими, как вы у меня, с чатом. Посмотрите, особенно на этого, на каваина посмотрите. Так только одним никнеймом он может свести с ума. Кто вообще придумал слово на каваин? Вот кто? Как можно назвать свой на кава? Это знаешь, как, ну, наковальня какая-то. Я вот не пойму, как можно назвать себя на каваин вообще. Вот только один... Ой, все. А на остальных просто, ну, вот без слез не взглянуть. Посмотрите на того же Саша Борпа. Ну, я не знаю вообще. Я не знаю. Все, я молчу. Ищем барбершоп. Вот финики только меня спасли. Сложно, конечно, сложно. Где там моя гугл-карта? Кажется, вот барбершоп, но нам не в этот барбершоп. Следующий барбершоп. Тут одни, что это? Тут одни барбершопы, смотрите. Это как будто улица барбершоп. Хочешь обарбершопиться, ну, купить барбера? Шоп, да? То есть шоп барбера, это как бы ты хочешь покупить барба. О, тут барбарос продают? Не понял. Это я где вообще? А где оно? А где мой шоп-барбершоп? Вот где-то, говорит, тут. Ой, я не могу опять. Ну, надо же вот такие вот... Сложно стримеру искать. Сложно. Можно полегче что-то найти? Ресторан. Ну, а барбер где? Он сказал, мы договорились его лицо не снимать. Вот сняшка. Бой-кат, вот, кат. Кат. Сейчас я. Машина, не сбивай. Так, все, я нашла. Стример не дебил.
Ой. Барбершоп, вот он, да. Вот так. Кто-то там Кэт. Ага. Сейчас я напишу, что я тут. Мне еще нужно вообще на заряд телефон поставить, да? На заряд. Телефон поставить. Так, у меня еще нормально тут, да? 32%. Ага, нормально. Так, значит, все. Я оставлю вас сюда. Вы стоите тут. У меня сейчас будет серьезная сделка. Сделка. Сейчас. Вот так, значит. Ильфат, да, его зовут. Да, тут. Вот, короче, как-то так, да? Как бы раз виски подровнять. Ну да вы что, охренели? Все, ждем, когда он ответит это. Пока поразговариваем с вами. Что делаете? А, зарядить вас. Зарядку зарядить. Это такое зарядить, это значит зарядка. Сейчас я подумаю, что я какого-то, ну, жду, знаете, этого мужчину, да? Жду из парперсов. Жду. Вот это вот верная жена, да, такая? Села и сидит, как бы ждет, да? Ой, я же, кстати. Ну да. Причем с рождения. Кто? Че? Я не понимаю, что. Тейшикюр Эдерин, можно ему сказать, да? Он вот в Турции приехал. Тейшикюр Эдерин. Вообще, на самом деле, это я его попросила финики. Я хотела сама купить, у меня было время, но я болела. Я была в Турции же, у меня ровно сутки присадка была. Я уже прям думала, ну, я все уже просчитала, уже хотела, блин, но и... Короче, сложно было. Вот. Хотела напрячь его, привезти меня туда. И потом, ладно. Он говорит, я буду тут в Баку. Поэтому у меня рюкзак, кажется, рвется. Знаешь, еще 10 минут. Глаза красивые? Ааа, Вионос, thanks. Так, что вы еще пишете? Ну, сейчас бы мужчину ждать, не дай бог тут... Да. Как бы, а вообще кто ждет мужчину? Кто ждет? Ну, ладно ждать двух мужчин, а одного-то что ждать? Ладно ждать там с армией, да, тут барберы. Ой, Вионас, thanks. Птица Гаврон, ты с кем был? Я? Я что, вслух говорю, что ли? Нет. Я как бы не разговариваю. Хотите, я вам кое-кого принесу сейчас? Я не твоя, да? Не твоя. Да, иди, иди, мать. Да, прикиньте, сопли. До сих пор нет. Не прошли. How much of the cash you? I say about costs, how much cost cash you. You forgot? 25 манат. Check Google, how much 25 манат in dollar. Это место или как с клуба? Да нет, тут открыто, но я не буду заходить же, там одни мужчины.
Мы договорились просто в 6. Я раньше времени приехала. Я пунктуальна. Вообще-то. Я вообще пунктуальна. Можно было, конечно, зайти, если здесь где-то была бы... Сим-карту попробую замутить. Еще нужно сим-карту нормально восстановить, чтобы она в этом телефоне работала. Вот. Оставь его себе. Котика не... Не оставим. Я так и не поспала, да, не достиралась. Да, женщин не пускают. Захочешь покупать Элантра? Не, не захочешь. Почему? Плохая? Сейф-зона для мужчин. Я половину восьмого осознаю, что ждем не там. Вроде там, но... Не, ну все как, конечно. Я ж написала. Написала, все. Чего вы шатаетесь? Может, пока съездим в Азерцель, я спрошу, что сколько у нас будет. $7 и... Maybe yes. Не сгоняла. Ой, киски так вкусно пахло вообще. Вот. Я? Да. Кто? Нет. Кто я? Кто? Почему я зеваю? Мне нужно выспаться. Так. Вот. Жду еще 4 минуты и начинаю звонить. Здравствуйте, как... Больше никто не разговаривает, кроме «Здравствуйте, клуб Зоя». Я уже второй раз читаю сообщение. Чем мы сегодня еще с Ритой должны были встретиться? Она говорила, надо подумать. Может, написать ей? Мне с машины. Если так после машины... Это их в Рите, в Рикинде на машине приезжают. Нормально будет? 35 манат. Это чуть больше. Почему ты предлог «в» прочитал, как я? Ты нарочно хочешь меня запутать? Половина восьмого, что ждет? Нет, я не знаю, почему так прочитала. Но киса решила еще ко мне подойти. Кис, ты что? Кис, ты хочешь кешу? Кис. Не, она мимо прошла. Так, ну все, я звоню и говорю, если что, я оставляю тут. Либо просто пусть передает, я пошла. У меня, в принципе, еще час есть до этого. Мы еще где-то пока... мы сейчас пойдем раз в Азерцель зайдем. Алло. У вас бой сейчас будет? У вас интернет не сбился? Вот. Алло. Ты тут? Да, я тут возле двери стою. Я тебе туда положу второй. Все, я тебя вижу. Он сказал, его еще доделывают. Так нечестно. Он сказал, забирай пакет, вали. А как же поздороваться, спасибо сказать, обняться вот это? Смотрите, он сказал, вон там пакет стоит. У меня раскрутилась как три ножки. Черт. Я так не могу, ребята. Так нечестно просто забрать по-свински и уйти.
Ну ладно, давайте тогда я сейчас... О, блин! О, да вкусняшки! Я, короче, сейчас тогда поеду в этот... Лазерцель здесь же получается. А, да я подожду попозже. Не-не-не. Не-не-не. Спасибо. Вот видите, тут запускают. Запускают женщину. Она мне предложила кофе зайти посидеть. Там ногти вырывают? Не знаю. А вы зачем? Я мимо. Я сюда не иду. Я думал, там ногти вырывают. Не знаю. Думаю, пойти в дырку. Спросите. Сейчас спрошу. Девочка, а ногти здесь зачиняем? Ногти. Нет, не вырывают. А, обидно. Ничего, не лечь, там вырвут. Не только ногти. Куда вернетесь? Там, да что, пыточно? Ну, блин. Ну, вот так вот обидно, конечно, да? Ну, ладно, я ему сейчас напишу, чтобы он как освободился, написал мне. Потому что у нас, в принципе, время есть. Вот, я пойду сейчас попробую сим-картой восстановить. Или поменять, чтобы она у меня в этом телефоне работала. Вот, я там видела Азерцель. Поехали за тачкой. Блин, я хочу посмотреть, там вкусняшка. Нет, тачка у меня будет в 7 вечера и без вас, потому что она будет к моему дому, а к моему дому вам нельзя. Нужно посмотреть, что в пакете. Ой. Блин, надеюсь, он не порвется. Ой, там вкусняшки. Там еще, знаете, какое я увидела? Коробочка каких-то еще вкусняшек. Вкусняшки. Блин, я себя чувствую теперь скотиной. Не, ну он сам виноват. Мы договорились 6, а он занят. Я что, буду ждать? Мы и так 10 минут подождали, скажи же. Но все равно никак так вообще, ну, некрасиво так вообще. Я как свинья, короче. Я как будто мне только финики и надо, вот, да? Вот скажите, мне только финики и надо от людей. Ну, свинья, конечно. Вот дынься, прикольно. Ищем Азерцель. Было где-то Азерцель у нас. Тут направо, да? Нет? Направо был Азерцель. Кажется, прям на той стороне. Ой! Ой, блин, запало. Черт! У меня газ запал. Так, мне нужно налево перейти, потом там будет... Ой. Аккуратненько, бум-бум. Ой. Это тупо было, да? Блин, или не тут, а я потерялась. Где вообще, ребята? Где я? Где моя Азерцель? Ч?
черт, я тут вообще не ехала. Блин, реально потерялась. Там вокзал, и там может быть Азерцен, да? После стрима, ага. На чашечку, на пару палок чая моих любимых. Мне некогда, во-первых. Во-вторых, я таким не занимаюсь. Такс. Нигде. Где мой Азерцен? Ой, красный, что ли? А что все идут? Не понял. Так, мне придется сейчас включать Google карты. Я не могу так. Иначе я не успею просто до этого доехать. Здесь-то точно должен быть Азерцен, да? Ты хорошая бургер. Да. Кажется, я вижу. А, нет, это бакцель. Да за что такое стример? Да? А вот, в принципе, Азерцель есть. Не разрешайте стримеру включать, чтобы запустить. Сейчас. Здравствуйте. А вы по-русски говорите? У меня сим-карта работает на одном телефоне, на втором не работает. Телефон не работает? Да. Сим-карта. Сим-карта? Да, сим-карта Azercell на одном телефоне работает, на втором нет. Может быть, поменять сим-карту? Сейчас будет офф-стрим временно. Блин, надеюсь, скутер не стырят. И мои финики. Да, а вот этот не работает, да. Мой. Может быть, сим-карту поменять? Да. Давление на маленькое. Или дубликат? Да, дубликат. Купить новый. Не, купить новый не надо, у меня там тариф свой. И номер. Если на ваше имя это а. Вы купили. Понятно. Если нет,
Поняла, нужен человек, который ее купил, да? Ага, спасибо. Блин. Вот блин. Ну все, пипец. Вы слышали, да, что делать надо будет? Какой искать человек? Это Рома. Я не знаю, кого он напрягал эту всю карту покупать. Я же пришла, она была. Я вообще понятия не имею, где он теперь будет искать человека, или это он на себя отправлял. Человек не жив. Не знаю. В чате не появлялся. Давайте посмотрим, что у меня там. Ёлки-палки! Ух ты, какие вкусняшки у меня тут! Вот они какие! Да! Ой, мои финики! Руина! Блин, ну мне так теперь обидно, что я с ним даже не поздоровалась. Смотрите. И вон там, вон она. Вкусняшечки. Прикольно сейчас бы. Блин, я не голодная. Так, время сколько? Не поваляешь, не поешь. Еще есть, у нас еще минут 20. Есть, таз на асфальт. Пусть вот так стоит, чтобы они были с этим. С песочком, да? Ну, как раз бы сейчас вот и... Hello from Mexico. We are beautiful. Big tasty looking dates. А там большие еще были. Блин. Сейчас покажу. Опачки. Смотрите. Там вот... А, это вот мои любимые мадины, значит. А там были королевские. Тут я заказывала большие мадины и королевские. Вкусняшки, ням-ням-ням-ням-ням. Так, ну что? Поехали чуть-чуть покатаемся тогда, и все. Я опять доеду до своей улочки и попрощаюсь с вами. Видите, напишу сейчас, Рита, что делаю. Я тогда могу, в принципе, к пойти, и просто мне напишут, когда подъедут, и все, я быстренько приеду. Сейчас я к Рите попрошу. Ее финиками вышел. Все, написала. Написала Рите. Все быстро пишите Рите. Рите пишем. Пишем Рите, нужно срочно, чтобы она прочитала. А чтобы она прочитала, нужно, чтобы у нее пим-пим-пим спам был. Чат закрыла.
11 Pro nereden işte? Алита борщ, а я не знаю. Графит она себе. Я есть-то не хочу. Я ее хочу вот финиками немножко угостить. Я просто думала, что по идее можно было сейчас с вами к ней заехать даже. Вот. А потом. Там дождаться, там же не четко ровно в 7 мне машину привезут. В 7-8. Ну, мало ли, вдруг в 7. А как отсюда выехать? Ничего себе, я закупила, сюда получается. Блин, а я что-то не подумала, что у них эти карты делают из этих... Карты делают из... с паспортами. Ну, дают только на паспорта. Я лапшу доела, пришла еще, представляете, после того, как хрустки поела. А когда брусчатка закончится? Вот еще один салон Азерты. Может быть, попросить ей симку лучше? Чтобы была одна ей симка, а вторая... Да, наверное, нужен так. Это, блядь, Рома опять нужен. Бедный Рома. Я вечно его дергаю. Здесь вчера интернет сломался. Я ему ночью пишу. Типа, что у меня интернета нету. Думаю, проснется утром, как отпишется. А он ночью не спал же. Оплачивал мне интернет ночью. Нормально вообще, нет тут? А сейчас скажу, а у меня тут сим-карту надо восстановить. Он скажет, задолбало уже. Он, наверное, уже 10 раз пожалел, наверное, что это вот. Согласился уже это со мной таскаться, вот это, тискаться. Здесь брусчатки уже нет, можно ехать? Но если не официально, то можно купить, но там свои нюансы. Типа тариф могут вот этот не дать мне, да? Раз это работает, дождись ночи. Не, ну можно и сейчас написать же наверняка. Вот, наверняка, если просто человек не спит, он или не работает, он ответит. Опачки, а как я здесь прощевлюсь, а ну? А почему стримеру не оставляем место? Тем более он уже не успеет к сегодняшнему дню сделать, а я скоро уеду, поэтому это вообще не обязательно. Вот. Тем более это получается, если он все-таки на свой паспорт оформлял. Да блин, и тут места нету. Да вы охренели вообще? А где стример ехать, ну? То это же ему лично нужно ехать. Сим-карточки оформлять. Вот, как бы это геморрой тоже. А потом мне с ананасами передавать. Я ему скажу, что без ананасов сим-карты я не принимаю. Нормально будет? Не, я это нормально, если я так скажу? Вот скажите вообще. А что, у меня давно ананасов не было. Знаете, как это? У меня давно девушки не было. Так, пора свет включать, кажется. И капюшон надевать сейчас. Так, теперь мне нужно куда-то ехать. А я не знаю, куда мне ехать. А куда мне надо ехать? Какое строение движения? Блин. Строение, если, если наверное, привет.
Я не пойму, где и куда я еду. Это что вообще такое за дорога? Где? А можно мне это ближе к моему дому ехать? Хотя бы давайте я посмотрю, где этот... Блин, холодно тут. Дует, сейчас дует. О, кажется, я поняла, где я. Если вот здесь... Не может быть, я не могу быть так далеко. Слава богу, я не там. Слава богу, я не там. Слава богу, слава Украине. Героям слава. Где я, блин? Что я тут делаю? Как мне выбраться? Так, в общем, это к завтрашнему дню. Это мы с собой возьмем в поездку. В поездку на завтра. Мы возьмем с собой орешек всяких. Ну, 4 часа ехать хомячку без еды. Это как вообще вы представляете? Вы думаете, я буду себя чувствовать вот нормально, да? Ну, вот вы как считаете? Вот честно, вот считаете как? Вот если начнете считать, вот как вы посчитаете? Ни хрена себе, они бомбочку поставили тут в один. И тут? Вообще нормально, нет? Это мне, что ли, все? Ой, как страшно. А где я? Я не пойму, где я, ребята. Куда мне ехать? Что это? Ой, подождите, знакома улица. Это, кажется, где я тренировки веду. О, фу, все. Вот оно, мой бизнес-хаус, арт-хаус. Бизнес, да? Все, я нашлась. Я нашлась. Пошлите на тренировку. Блин, там девки сейчас фоткаются как раз. Наверняка. А, мне ж машина нужна, да. Ну да, получается. Слава богу, я нашла все. Не так уж страшно теперь. Как бы сначала было страшно, ну, думала, что я не выживу, а потом поняла, что выживу. Здрасте, приехали. Что, направо поворачиваешь? А мне прямо. Дыхали. Ну, тут как бы я уже все знаю. Я каждую кочку знаю. Каждую кочку знаю. Че? Че почем? Блин, ну вот чувака, конечно, вот неудобно так получилось, да? Вот успокойте меня кто-нибудь, а? Чтобы у меня вот совестно не было. Что я вот так... Ну, скажите, что это я не виновата ни в чем. Что, ну, это нормально так делать, как я сделала. Ну, скажите, пожалуйста. Скажите, что все нормально. Ну, как вот вы мне скажете, если я ни хера не вижу и чат не читаю? Ну, зачем ты поворачиваешь направо? Мог бы прямо ехать. Знаете ли, я вон цирму кинула в пакет. Нормально все, да? Ну. Я просто думала, это будет такое, знаете, здоровки, обнимавки такие, знаете, типа, о, это вкусно, там, финики-пожирашки, ну, знаете, вот такое что. А тут как бы на, забери там в углу лежу. Я еще не закончила. Ему будет уроком или мне? Я вообще-то не могу прочитать. Слепая просто, темно. Ладно, главное, что у меня финики есть. Блин, вырвалось что-то. Сори. Дядь, отойди. Блин, повторил четко за мной, прям ПСШУ, так сказать.
Так, ну все, в принципе, тут прощаемся, да? Мы до перекрестка с вами доезжаем. Фух, ну, как бы да. У меня как раз полчаса сейчас на то, чтобы это самое доехать, финики положить и на машину посмотреть. Вот. Все получается. Дальше я без вас. See you tomorrow. Tomorrow. Yerkan Park. Viva Lesia Buletka on car. До свидания. Всем спасибо, что были со мной за компанию. Услов.